Здравствуйте, друзья! Всем добрый вечер! Добро пожаловать вновь на мой YouTube-канал. Сегодня у нас уличная еда Баку. Пирожки с картошкой, пирожок с печенью, с печенкой, два кутаба, довга, соленья, соленые огурцы, соленые помидоры с чесночком, майонез и кетчуп. А пить будем фанту. Let's get started. Фанта холодная. Супер. Итак, начать, друзья. Довга тоже холодная. Обожаю, не знаю почему, но обожаю уличные пирожки, потому что они такие мягкие и вкусные, объедение. Этот кутаб в Азербайджане называется гарун кутабы. Он из кишков. Его готовят из кишков.
Объедение, друзья. Попробуем печенку.
Ну все, друзья, я был очень голодный. И объелся я уже. I'm full. Thank you so much for watching, guys. Please don't forget to subscribe, like and share my videos. Thank you so much. Greeting from Baku. Bye, guys.